Про них говорят «холодная голова» и «горячее сердце». Сотрудники органов госбезопасности отметили профессиональный праздник. В зале КЗЦ «Миллениум» действующие сотрудники ФСБ и ветераны. Их под сопровождение оркестра поздравил губернатор области Дмитрий Миронов и глава УФСБ по нашему региону Александр Куманяев. Лучших сотрудников наградили памятными знаками. Сегодня Россия сталкивается с новыми серьезными испытаниями, серьезными вызовами и угрозами террористической и экстремистской направленности. И именно поэтому так важно обеспечить поддержание стабильности в стране, безопасности личности, общества и государства.